пригодится в любом случае. А вот и он, виновник торжества. Ну, так, где-то, о. В отличие от эмуляторов приятно. Вот и мне интересно, насколько это будет отличаться. Ну, понеслась, ладно. Я, в общем, специально оставил на этой стороне. Мало ли, может быть, Кирилл Руинович не хочет, чтобы я парил его фамилию, имя, отчество. Вот. Я думаю... О, привет, Дэмиан. Я думаю, первым делом там будет лежать любовное послание. Если что, читаем вслух. Ни разу не занимался такими вещами, чтобы кому-то показывать, как я распаковываю посылки. Так. Что-то просвечивается. В черном ящике пусто. Так. Письма нету, да. Нету письма и нету даже... Не вижу пока даже этого своего блокнота. Ну что ж. Очень странно. Я думал, там будет напутственная речь о том, что я должен продолжить СНЕС-манию. Может быть, она внутри коробочки. Ага, вот оно что. Вот оно что. Целый... Ничего себе, я думал, тут помельче. Не сильно, кстати, я не обращу... Дай потише сделаю. Что же вы молчите? Тут треск стоит от микрофона. Конверте больше ничего нет. Я думаю, тут вот прямо на развороте сейчас будет написано, что Nintendo Power. Кто не в курсе, эксклюзив. Самодельные. Март 2015 года. Скудная, как у Apple, да. 8-bit game nerd done his first game in SNES Challenge. Super Metroid. Вот так вот. Собственно, что мы тут имеем? На добрую память, как это называется, наверное, вот так будет лучше видно. Во. Сердечко нет. Обидно, конечно, но что делать? Сердечко, увы, нет. Просто вот сухие буквы, черным, как говорится, по белому. На добрую память от Руинера. Даже без подписи. Да. Да, сердечко-то я адресую, конечно. Привет, Барас. Собственно, первая страница. Можно на ней что-нибудь написать или нарисовать. Например. S. О боже, как я ужасно это делаю. N. E. SNES. Мания. Вот так вот. Можно, конечно... Ладно, не буду. Не буду этого делать. А на последний, да. The end. Ну, смотрите, все странички, кстати. Вот, сейчас опять покажу. Все странички с картинками. Жалко, у меня не очень... Может быть, получится. Во. Видно, по-моему, неплохо. Так, где кто-нибудь еще? А, везде она. Везде. Прекрасная девица. Не надо мне тут. У меня начинается NES-мини-мания. И есть еще вот такой дракон. Версети-мания. Но это как-то уже похоже слишком на Барас-манию. Так, как он? Во, не так.
дракончик. Птеродактиль. Их здесь тоже немало. На каждой странице тоже. Вот такая вот прелесть. Ридли. Это? Ридли. О, ну и конечно, конечно, вот еще. Куда без этого? Блокнот подарочный, 48 листов. Серия Nintendo Power SNES Challenge Super Metroid не для продажи. Поэтому за 1500 евро эксклюзивно могу перепродать. vk.com 8bitgamenerd. Прямой эфир, twitch.tv, The Russian Ruiner. Ну, все мы знаем. Да, Петросянчик, привет. Подарочки от Руинера. Эксклюзивный Nintendo Power блокнот, который, кстати, совсем большой. Я ожидал, что это будет что-то мелкое. А он вот, собственно, по сравнению с мышкой, размеров каких, по сравнению с рукой, больше руки. А пальцы у меня длинные. Вот. Ну что, с этим, я думаю, все понятно. В этом мы будем что-нибудь писать. Да, половина от А4. Вот. Если оторвать отсюда лист и положить его вот сюда, будет А4. Так, прекрасно, прекрасная вещь. Люблю пописать иногда. Что у нас написано здесь? От русского руинера в честь 4-летия SNES Challenge. С наилучшими пожеланиями самых невероятных руин. Да, долгопалый. Пальцы вообще длиннющие. Да, я, кстати, как-то застал, что он был с вебкой недавно. По-моему, последний или предпоследний стрим был с вебочкой. For subs only. Так что надо срочно вернуть себе сабку, а то у меня там что-то она автоматически не продлилась, а я еще не продлевал. Так, на обороте ничего тут Руинер нам не писал. Не писал. Сердечко опять нет. Вот так вот. О, громко. Ну, а когда спидраны, Руинер думает то, что не надо показывать лицо. Итак. Погоди, так писал-то ты это все. А, да, ты же знаешь, надо ж не порвать, я тут взялся. Это мы тоже сохраним для будущих поколений. Я что-то и не подумал, как ты снизу бы написал, писал же сверху. Можно будет очень дорого продать. Эксклюзивная пленка от The Russian Ruiner. Разыграю ее среди сабов через год. Петросянчик, ну не переживай ты так. Будет и на твоей улице праздник. Так что да, пленку я спрячу. Это будет закладка в блокноте. Ну или в рамочку, да. For subs only. На минуточку, вот написано. Исключительно для сабов. Это тоже оставим на память. А, здесь, видимо, была написана цена, но цены нет, потому что это бесценный подарок. Исключительно для субскрайберов. Итак. Коробочка целая и невредима. Как это делается, интересно? А, это делается вот так. И не так. Не сломать бы чё. А, всё-таки её надо доставать. Во, вот так. Значит, у нас здесь Operations Manual, руководство пользователя.
Консалт Мануэль. Ну тут, собственно, что как подключать, я думаю, справлюсь разобраться. Да не USB, USB, USB. Угу. Все должно быть в комплекте. И, собственно, вот она. То, что меня интересует через антенный вход. У меня SNES-ка, и у нее исключительно через антенный вход есть эта штука. Так, упакована прям очень-очень классненько. Вот он, родненький кирпичик. А вот, собственно, копия, которую я подвалась, что стесняется очень. А вот чем я играл. AliExpress. Уберем его с экрана. У нас теперь есть. Я лично очень рад, что разыгран NES, поскольку SNES меня не так сильно интересует, как NES. SNES-ку пришлось бы переразыгрывать. Так, 10-сантиметровый, но чуть длиннее. Не, ну это хорошо тем, что... Да, тут действительно короткий провод достаточно, но... В принципе, если я вот так сижу, здесь она лежит. Ну, явно не с телека играть, а вот за компом как раз-таки в самый раз. И вот эта вот, вот странная штука, не знаю почему. Это только в Европе так или они все вот такие? Очень непонятный. Ходит. О, тем более удлинители есть и переходники на USB, я думаю, есть даже. Уже, скорее всего, давно. Душный. А, да, одна... Как раз я читал Ви. Ну, надо будет заиметь когда-нибудь Ви или не надо. Так, это мы сейчас проверим, как работает. Блин, намного приятнее, конечно, и помягче, чем эта копия. Крестовинка прям очень мягкая. Она даже немножечко, как сказать, как вот на сеговском, чуть-чуть шевелится в сторону. Но не так сильно, люфта такого нету. Очень мне интересно, как будет с диагоналями и со всем остальным. Так, собственно, ой, какая малюсенькая. На картинках не скажешь, что она настолько маленькая. Вот, собственно, ладонь и NES-ка. Вот, собственно, блокнот и NES-ка. Она очень маленькая. Вот. Контроллер размером. Два контроллера. Вообще прикольно. Очень прикольно. На то она минька, да, это понятно. Два входа. Собственно, питание и HDMI. Здесь вход под два джойстика. Power и reset. О, Максон, привет. Блокнот офигительный. Еще раз покажу, да. Здоровый. Половина А4. В комплекте один контроллер, да. Хреновый контроллер, пишет Руинер. Но относительно. Ну, посмотрим. Интересно мне, как это все будет. Блокнотик вот такой, да. Тут как бы все красиво, все изящно. Посылом от Руинера. И тут дракончик. Все четко. И здесь прям самое главное. Да, рисовать карты, рисовать эти снесмании, в общем, значки. И супер метроида. Так, что у нас тут еще? Дальше провода. Коробочку в сторону. Это у нас
обычный microUSB, как я понимаю. Всякие анклавки все на дисконнекторе. Карта захвата уже есть, будем сейчас подрубать, да. Через карту захвата, кстати, идет вот это видео большое. Потому что не через вебку, а через камеру. Вебка у меня вот какая шакальная, 15 FPS, по-моему. А здесь все четенько, потому что нормально. Nintendo, она самая. Мини-примини. Так. Закорючки все. Вот, зато зарядка порядочной длины. В два раза, в 2.5 раза длиннее, чем контроллеровский провод. Так, что тут у нас? USB. USB 2.0. Такие вот дела. И HDMI. Да-да. Вот, берем консоль. Берем провод. Раз консоль. Два консоль. Три консоль. Четыре консоль. Пять консолей в длину. И еще и этот сам вишный входик. HDMI кабелек. А геймпад, да. Вот. Консоль с 2 геймпада. Так, обычный. О, шуршит. Тоже такой, сколько тут, 1.5 метра, наверное? Нет, да, наверное, да. High speed HDMI cable. Ну что, тянуть, я думаю, ни к чему, надо подрубаться. Подрубаста. Так, неважно какой стороной, да, HDMI одинаковое все. Оп. Выход. Легенькая. Так, да, если вдруг кто-то не заметил чат, кто-то, может быть, луркает. Петросянчик любит Руинера. А кто не любит, как говорится, я вот тоже залюбил уже. Казалось бы, прошло всего... Какой там? 2 месяца не прошло, а уже все. Украл сердечко. Питание, надеюсь, можно просто подрубить к сети, а не к этой. Хотя удобнее, наверное, будет подрубиться мне сейчас просто к USB. Хотя бы стойте-ка. Эх, не завалить бы ничего здесь. Ну, вот это уже можно убрать. Так, что за дела? Питание подрубил. Клава вообще пососная. Мышка офигительная, мне очень нравится. На день рождения себе позапрошлый, кажется, подарил. Стилизованно под Heroes of the Storm, а так этот самый. SteelSeries Sensei какой-то, по-моему, или что-то типа того, забыл уже. Классная, короче, нравится. А клава вообще это рублей 150, в общем. Так, что, проводянку подключил, другую подключил, сразу подрублю. Так, как он тут?
вишней. Ну, вошел как родной. Кстати, как насчет питания? О, питание горит, да, но выключу пока. Теперь что? Теперь надо... Так, как я уже сказал, у меня через камеру идет вот этот вот сигнал. И идет он как раз через карту видеозахвата. Так что сейчас я это дело отрублю. И по идее вот здесь. Вот. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Нет, вот здесь. Где-то вот здесь появится, собственно, картинка с NES-ки. А пока что... Вот какая будет картинка. Самое главное, ничего не завалить. Минус один сигнал. Плюс, теоретически, другой сигнал. Так. Так, приставка, ты можешь? Сейчас я попробую угомонить. Подождите. А фигушки у меня получится ее угомонить. Сейчас разберемся. Так, это я могу убрать. Пока что вот так. Я совсем забыл о том, что она же фигачит сигнал мне в монитор, а на мониторе есть динамики, поэтому... почему-то картинку. На горячую она не хочет, в общем. О! Вот же, справился. Так, себе его сейчас поближе подставлю, чтобы... Ладно. Что дальше? Дальше джойстик. Испанский. Спецгостей нету из Испании, поэтому... А, вот же почему. Вот сюда надо подвинуть. Сейчас. Вот как-то так. А он игры тоже переводит, интересно? Просто я не хочу перевод игр.
Ладно, оставим English. Ок. Курлык? А, ну это хорошо. Так, что по громкости у меня здесь все? Ну да, ну мало ли, знаешь ли. Что там, я же не в курсе. Что у нас, значит, по игрушкам? Balloon Fight, Bubble Bobble, Слания. Это будет несколько часов любви. Любви и радости. Блин, я, кажется, слишком тихим стал, нет? Вам так не кажется? Можно вот даже вот настолько сделать. Не, микрофон я пододвинул, но просто решил его сделать потише. На всякий случай. Вот пока что... О, вот как-то так вроде будет хорошо. А это вот так. По идее, нормально. Так, Castlevania 2, это будет просто сказка. Donkey Kong, Donkey Kong Jr. Double Dragon 2, The Revenge. Доктор Марио. Где Канатян? Эхо от игры, да что ж ты будешь делать? Это тоже легко исправляется. Это потому, что я его поставил теперь перед... Ладно, надо было оставить просто как было. Так, Доктор Марио, Excitebug, Final Fantasy. Сейчас, кстати, эхо пропало. По идее, не должно быть. Эхо Final Fantasy, Галага. Чутка. Но это из-за того, что я с этим микрофоном, просто я его специально поставил, чтобы когда я распаковываю, в стороне стоял. Я обычно им пользуюсь только, когда я не один разговариваю. Так-то мне удобнее с моим динамическим. Так, Ghost and Goblins. Gradius. Ice Climber. Ой, Ice Climber, это вообще что-то. Kid Icarus. Как же задолбал этот Kid Icarus за Big 20. Его тренили все больше всего. За спиной. Kirby's Adventure, Mario Bros, Mega Man 2. Где один? Почему Mega Man только два? Metroid, это офигительная музыка. Ninja Gaiden. И, кстати, везде написано, сколько игроков могут играть. Вот, Pac-Man, Punch-Out, Star Tropics, это что такое? Не припомню, что это. Супер С. К сожалению, просто контра нет. Сейчас бы в нее побегал. РПГ. Все, как я люблю. Так, Марио. Ну, Марио, куда без Марио. Все три части здесь. Tecmo Ball. Зельда. Две Зельды. И все по кругу. Я уже знаю, как в нее заливать еще. Но, естественно, пока я этого делать не буду. Если мне понравится управление с этого контроллера, то зафигачу Battletoads прямо сюда сразу. И буду играть. Так, есть какие-то настройки. Настройки дисплея. Можно использовать эффект CRT. Это, по-моему, дурацкий понт. Ага. 4 на 3 растянуть немножко. И Pixel Perfect. Pixel Perfect это... А, ну посмотрим. Просто не просто попробовать. Можно будет. Pixel Perfect это вроде как один в один, как оно и было. 4 на 3, немножко растянутый. Я даже не знаю, что использовать-то. Как это будет выглядеть? Ну ладно, с этим я поэкспериментирую. Наверное, все-таки Pixel Perfect. Типа как было задумано разработчиками. Да. Вот это оригинал. Бэк, ок. А, стоп. Типа под телек, да. Все, оставляем. Не, 4 на 3 это растянутое уже. А, Pixel Perfect. Это я посмотрю по лейауту. Когда сделаю лейаут уже, я просто еще не подготовился, я же не знал, как это будет выглядеть. Чтобы ничего не растягивать, чтобы все оставить именно красиво, чтобы было. Оригинал вроде вот это. Не 4 на 3, а вот это вот.
Ну, пока что вот так. Так, опции. Демо, автошатдаун. Что это все? Для чего это все, я не знаю. Трогать ничего не буду. Language мы уже выбрали. Legal. Emmanuel. Ну, собственно, кроме настроек дисплея, здесь особо настраивать нечего. Так, что я хотел затестить? Да, кстати, автошатдаун. Что за? Не хочу знать. Что вот такое демо? Что он там демонстрирует? Ладно, неважно. Неважно. А это что? О, сейвы. 4 сейва для игры можно сделать. Suspend points are created when you reset the game. Когда сбрасываешь игру, он делает сейв в этом слоте. Ладно, это мы проверим, как это работает. Пока очень приятный на ощупь этот кирпич. Ninja Gaiden. Ну что, как это будет выглядеть? Tecmo представляет. А громкость в ней никак не настроить, понятно. Ну, громкость в винде... А, в винде. В винде я тоже никак не настрою. Значит, исключительно делать меньше громкость в OBS. А, нет, стоп. Можно это сделать в опциях карты видеозахват. Такие вот дела. Значит... Ой, я аж вспотел, пока все это делал. На мониторе выглядит отлично это все. Понятное дело, что там на демонстрации мелковато, конечно. Но да ладно. Но это я все настрою уже потом. Хотя, в принципе, можно зафигачить. Ну не, это время тратит. Просто демонстрация. Не, это придется растягивать. Неохота возиться на самом деле. Цель была просто распаковать и чуть потестить. Мне бы, конечно, для теста Battletoads. Так-то оно все удобно, мягенько. Пока что мягенько. Вот на чем можно проверить как раз. А, да, контр же есть. Супер С. Ща. Ух ты. Эй. Как будто бы немножко не сразу реагирует, если честно. Новый глич. Блин, все, не повторяется глич. Сломал. Вот она, имба оружие. Туру включи. Как там его? Вот так. Не, это нам не надо. Оставьте мерзкий огонек себе. Есть прям такое ощущение, ну сейчас в контре посмотрим, что что-то все-таки как-то замедленно реагируется, что ли. Ой. Да иди ты. Что есть какое-то говно, да, чего-то там не хватает. Так. Как из нее... Ресет. О, ресет, он сохраняет меня вот там. Отлично. Прекрасно. Супер С.
что это было. Прык. Я играю, как я сыграю в нее через OBS, если я играю в монитор. Она у меня выводится в карту захвата и из карты захвата в монитор. В OBS это было бы, конечно, очень круто. Не, теоретически, да, чтобы оба монитора я мог задействовать, не знаю для чего. Растянуть чат на 27 дюймов, короче. А сюда смотреть в OBS на, как бы, все, что там есть. Ту-ру-ру-рум. Ну, в ОБС. Тык, тык, тык. Ну, просто если смотреть, неощутимо задержка в сигнале практически. Я жалко, не могу один глаз туда, другой сюда. Так, что по диагоналям? Страшно. Пока все норм. Так, вот мне показалось, что направо. Да, да нет. Кстати, да. А, черт, фото я не сделаю, потому что не паузится же. Фото я могу сделать только с компа, а на этом мониторе же ничего не происходит. Ну так или иначе, мне это ни к чему, потому что я не смотрю, не с ОБС игра. Да, если эксперт сказал, пусть так и будет, но мне это не столь важно, потому... О, привет, краб. Не столь важно, потому что я досмотрю все равно в монитор, к которому подключен через HDMI. Так, ну в контру играть удобно. Диагональки все сразу реагируют, без всяких там этих косяков. Вот вниз. Вниз всегда вниз. Бегу и вниз. О, нашел место, блин, как раз с кучей противников. Конечно, по ходу дела это будет понятно, что и как. Ну, крестик мягкий, очень мягкий по сравнению с моим аликовским этим жутчайшим. Что там такое? Подлые книжки? Не видел. Посмотрю. Сейчас, чуть попозже. Dead Jump переучивать придется после эмулятора, если на консольке играть. Вот это вопрос, конечно, такой, да. Посмотрим, что там с этим будет. Ну, во-первых, получится ли вообще на нее жаб залить? А то там с некоторыми ромами бывают проблемы же. Это что такое за звук? Звук, звук. Маш-маш-маш-маш-маш. Не, ну так. Пока каких-то прям проблем не вижу. Диагональ есть диагональ. Вниз есть вниз.
Не, вроде все прикольно. Все хорошо, все удобно. Кстати, я ни разу не проходил Супер С, точнее не то, что не проходил, первый уровень не проходил, я там в самом начале только бегал все. Очень-очень сложный босс. Но это нам еще все предстоит. Не, пока все, все с управлением хорошо. Вот на, конечно, всякие там, да, даже джампы бы попробовать и клингера бы попробовать пройти этим джойстиком. Вот резкое переключение слева направо, все как бы. ТСЦ. Ну вот, не попрыгать. Так. А у нас европеоиды. Не сделают. Не, все круто. Хоть жаб заливай уже сразу и смотри, круто ли. Но этого я пока делать не буду. Вот. Все равно там еще очень дофига. Давай посмотрим, как... как будет 4 на 3 смотреться. Ой, не то. Ну, 30-40 часов замечательно проведенных. Почему нет? Так, дисплей. Дисплей. 4 на 3. Бэк. Блин, а что происходит, когда я нажимаю здесь бы? А. А как... А, надо было вниз нажать, чтобы save state тут загрузить. Ну, как бы почти то же самое, только 4 на 3. Никаких ощутимых прям изменений не вижу. Все равно пиксели прям прощупываются все. Так. Ну и чисто интереса ради, давай посмотрим. Фильтр, да. О, господи. Ужас. Не, в OBS смотрится еще ничего. Но... на Монике... просто что-то. Это будет круто смотреться, наверное, вот здесь. Не то. Мыльцо, да. Камера, камера, камера. Где-то да, у меня что-то было названо камерой. Во. Вот. Теперь ее. Как-то. Как-то вот так. Под рамку. Под телек, во.
Во. Вот это прям телевизор, так телевизор теперь. Полное погружение. Но на самом деле смотрится жутко. Не знаю, как это, если вот именно смотреть, но играть очень тяжело. Играть через OBS вообще, вообще тяжко. Да, когда прыгаешь и стреляешь в разные стороны, чувствуется задержка небольшая. Лучше, конечно, монитор. Смотри. Бим! Короче, фильтр этот дурацкий, понты какие-то. А вот кнопка ресета мне прям очень нравится. А как его погрузить? А, во, и можно его, значит, добавить... Сейв. Оп. И есть сейв. 4 сейва. Абсолютно легальных. Не-не-не, стоп. Верните мне. Pixel Perfect. И на Ютубе я смотрел чувак тоже, который про прошивку как раз рассказывал про то, как заливать игры. То, что этот эмуль показался ему более реальным. И одна из тем, то, что вот цветопередача даже выдает как бы немножко разницу. То, что в контре, в той же, шарики от М-ки красные на эмулях, наверное, на всех. А на самой NES-ке, если вот посмотреть, я заходил, специально смотрел у этого Angry Lynx'а, они как бы ярко-коричневые, что ли. Прозрачно-коричневые такие. И вот на ней вроде как именно тоже так же. Не знаю, насколько там прям точно все это. И насколько это в принципе важно. Мне важно то, что джойстик вроде как хороший. Вроде как прям удобный. Очень, очень реагирует хорошо и мягкий, помягче, чем... копия. Да, ой, мне бы жаб, сейчас бы я, эх, ну даже джампил бы. Короче, штука крутая. Слушай, ты бы вот потрогал бы то, чем мне довелось поиграть, и на чем я тренирую жаб, ты бы все понял, о чем я говорю. Ну, я показывал, да, сравнение. Зато симпатичный. Короче, все офигительно. Думаю, пора заканчивать уже. Пока смот. Блин, ну реагирует прям... Прямо супер реагирует на нажатие. У меня такое ощущение, что я очень сильно привык к input-лагу в эмулях. Мне кажется, что прям слишком уж быстро он реагирует здесь. Да, все, буду заканчивать.